Приветствую вас, друзья! Кто со мной не знаком, меня зовут Ирина Басюк. И сегодня я вам покажу свой заказ по 15-му каталогу. Это, можно сказать, вторая часть, потому что первая часть была новая рубрика. Если вам такая рубрика интересна, обязательно поддержите в комментариях. Называется она «Beauty Box Басюк рекомендует». Это лучшие продукты по самым-самым выгодным акциям, скидкам, ценам текущего каталога на 50 бонус-баллов. Я уже разместила это видео, и ссылка будет в инфобоксе. Вот такой шикарный бьюти-бокс будет стоить 2151 рубль. Это 16 предметов. Гель-интимная гигиена, шампунь-кондиционер, маска черная. Будет здесь очищающее средство. Оно придет так же, как и мыло, молоко и мед. Тканевая маска Novage, пробник крема Novage, туалетная вода, пробник помады, румяна, устойчивая тональная основа, тушь 5 в 1, консилер, матовая помада. И если вы новичок, еще плюсом одна тушь 5 в 1 пойдет в подарок вам. Ну как вам такой наборчик? Содержимое набора около 6000 рублей. Но сейчас же я вам расскажу еще о тех продуктах, которые я люблю, которые не вошли в этот beauty box, да, и те продукты, которые я вам рекомендую. Также то, что я заказала себе. Ну и первая страничка – это жидкая матовая помада The One Lip Sensation. И она у меня сейчас, оттенок называется пряный кофе. Я вам покажу сейчас три свотча помады. Одну из них как раз-таки я достаю из beauty box, которые рекомендую. Еще раз, этот набор стоит 2191 рубль. Вот она, помадка. Вот этот оттенок цветущий пион, средний бежевый нюд и последний пряный кофе. Так выглядит оттенки. А бусинка мне помогает делать видеообзор. Бусинка, отдай сережку. Бусинка, отдай. Отдай, отдай сережку. Я не буду рассказывать о том, как я делала такой макияж, потому что у нас только что прошел проект тюнинг с Гуар. Тюнингу из Гуар. 7 дней, 7 макияжей. И с 1 ноября я запускаю такой же проект, только он называется тюнинг с Oriflame. Фишка в чем? Вы повторяете 7 макияжей и получаете 3 крутых подарка. Во-первых, это серия Novage. Раз. Во-вторых, это второй подарок, это Aqua Glow. И третий, это набор декоративной косметики. Это помада, тушь 5 в 1 и тональная основа The One. Посмотрите, сразу показываю эти продукты, я ими пользуюсь. Так, тушь где-то еще 5 в 1. Вот, я их разыграю 11 ноября. Поэтому смотрите в Инстаграм, внизу в комментариях будет ссылка на мой Инстаграм, там подробности конкурса. Также смотрите, вот буквально вот-вот размещу видео, где подробнее расскажу. Классная акция, где вы 3 продукта можете получить с великолепной скидкой. Когда вы заказываете устойчивую тональную основу, тушь и любимую помаду. Так, это не моя любимая помада. Одна из, хотела показать. А моя любимая помада называется «Пыльная роза». И если вы любитель таких глубоких холодных оттенков, то я ее рекомендую. Это помада. И рекомендую заказать. Получается, вы заказываете 3 продукта. Выходит вам за 599 рублей. Моя любимейшая подводка. Покажу. Видите? Она у меня уже заканчивается. Я реально хотела купить уже новую, но в этом каталоге у нас появляется вот такая новиночка, которая стоит всего лишь 169 рублей. Это подводочка с фетровым наконечником. Она достаточно удобно наносит, то есть вы можете ей рисовать как толстые, так тонкие линии. Сейчас осень, и подводка
Стрелочки, ну, это выигрышный вариант. Да, ручки-крючки, сначала не получается, но потом вы учитесь, все хорошо. Мне не нравится, честно, мне не нравятся маркеры подводки, потому что, когда я сделаю активно тени, иногда они прокрашивают по теням. Да, в этом плане всегда круто работает вот такая подводка, и вот эта подводка, она мне понравилась за 169 рублей. Я такой хомячок, который всегда, вот те продукты, которые я очень сильно люблю, я всегда их заказываю. И сейчас идет скидка на мои самые-самые любимые карандаши, без которых я жить просто не могу. Это два карандаша. Я видела, что у меня в запасе есть два карандаша новых. Но когда я открыла, оказалось, у меня два темных осталось карандаша, а светлый он у меня уже заканчивается. И неизвестно, когда будет скидка на этот карандаш. Как-то, наверное, буду своими огрызочками докрашиваться. Запеченные тени Атлас. И я рекомендую вам их заказать обязательно. И больше их использую как хайлайтер. Вот, сейчас я ими сделала. Очень-очень круто. Так же, как и на подвижное веко. Куда угодно. И вам показывала палетку Huda Beauty. Специально купила. Мне нужно было прочувствовать крутые хайлайтеры. Она там 4-5 тысяч стоит. И вот этот хайлайтер такой же, как самый ходовой. Благодаря Гуар я по-другому раскрыла вот эти консилеры. Я всегда пользуюсь, вообще я без него жить не могу. Это мой самый-самый любимый консилер. Сколько бы ни было, я пользуюсь только им. Он плотный, хорошо перекрывает синеву, синячки, усталость убирает, он ухаживает, он не подтягивает морщинки. И я открыла, что нужно с Гуар, с проектом Tunings Гуар, что нужно всегда пользоваться двумя консилерами, светлым и темным. Сначала вы наносите темный консилер, тональный крем, тушуете, а потом светлый наносите не только под глаза, но и осветляете на светлую зону. И я купила себе два консилера, и я знаю, у меня вот реально расход их очень-очень большой, поэтому каждый раз в квартал в основном идет акция, каждые 3 месяца я всегда себе покупаю их. И да боже мой, я даже не знаю, что случится, если у меня их не будет. Ну, я могу вообще не делать ничего, там мне нужно куда-то сбегать, чтобы быстро делать макияж, я только быстренько провела, подкорректировала, где-то замазала прыщик и побежала, все. А для меня это сос, палочка, выручалочка, минус 5 лет вашего возраста, то есть продукт номер любимка. А следующий продукт Каял. Я открыла после мастер-класса известного, всемирно известного визажиста Ирины Митрошкиной. И когда я делала макияж смоки, эффектный смоки. Tunings Гуар я использовал именно этот каял, он офигенный, на нем так круто лежат тени, это как подложка, вообще рекомендую. Со скидкой сейчас 319 рублей. Меня часто спрашивали, какие кремовые тени я бы рекомендовала. Во-первых, я бы рекомендовала как подложку под любые тени вот такой светлый оттенок и рыжий. Рыжий темный также можно поиграться, но вот такого рыжего оттенка у нас в Oriflame нет. И мне очень нравится, как подложка растягивать, очень-очень-очень круто смотрится макияж. И сейчас также они в проекте тюнинг, сейчас тюнинг с Oriflame, они есть. А эта новиночка вышла несколько каталогов назад, и как-то я вот проигнорировала эти оттенки, думаю, боже мой, потому что у нас была Пальма де Майорка, я знала, что я куплю там какую-нибудь очередную палетку, и я хотела палетку Ханни от Urban Decay, в России ее еще не было, поэтому, ну и ладно. Но когда... У кого же есть девчонок-то наших увидела вот эти оттенки, они такие классные, что сразу же в этом каталоге я их заказала. Посмотрите, какая пигментация. С таким золотым подтоном. Я вчера делала макияж с этими оттенками, но я специально вам не покажу, потому что, чтобы вас не сбивать с проекта Tunings Oriflame, чтобы вы выполнили все 7 макияжей, и после этого я вам покажу другой макияж. Также заказала себе 2 палетки теней, и это будет еще 2 темы макияжа. Наш тюнинг с Oriflame
на 7 днях не закончится. Постепенно я буду вам продумывать образы и с этими продуктами буду показывать. Кто от чего фанатеет, а я фанатею от макияжа. Перед сном, каждый день. У меня уже создалась традиция, засыпалочка. Я включаю обзоры каких-то американских бьюти-блогеров, и я смотрю новинки, что происходит в мире, индустрии. И вчера мне пришла посылка с Лондона. Я получила долгожданные тени Наташи Денона. Это, понимаете, это вот, это люкс. Это супер люкс в индустрии, в моде. Это самые дорогие, самые считаются крутые тени. Вот такая палетка. Сложная пигментация, сложные тени. Но они невероятно крутые. Они очень-очень красивые. Но их сложно тушевать. С ними сложновато работать. Они чуть-чуть подсыпаются. Я буду учиться и потом буду показывать вам варианты макияжа, что-то брать из таких продуктов, да. Вот, эта палетка только-только вышла, на нее только пошли обзоры. Вот, и этот макияж я сделала с этой палеткой, пробный. Вот, ребята, я вам всегда рассказываю про свои честные обзоры, то, что меня тревожит, то, что происходит со мной. Я не хочу из себя создавать там, ой, да вы что, там я только-только Орифлейм, а сама там еще. Я вот то, что у меня есть, то, что у меня горит. А, еще я также заказала в Лондоне кисточки Мерфи. Да-да-да, я не буду говорить на какую сумму, уже, наверное, 1080 у меня кистей, но мне хотелось посмотреть, как работают кисти Мерфи. Они в наборе, что-то он в районе 60 фунтов стоит, 60 фунтов, ну, короче, около там 1007-8, по-моему, наборчик кистей. Вот, какие-то кисти понравились, какие-то не очень, но это бюджетные кисти, потому что хорошие кисточки стоят, каждая кисточка от 2000. Вот, минус, у нас нет в Oriflame крутых глиттерных теней, ну вот, которые сияшечки, украшалочки, но в то же время мы можем использовать вот такие карандаши, когда мы на подвижное веко чуть наносим, вот смотрите, как они сияют, да, и... Я не знаю, я включала в заказ золотой карандаш, но почему-то в заказе в коробочке у него его нет. Ну, может, как всегда, ступила. Но вот всегда заказываю, и каждый раз 2-3 продукта, которые я вдруг не обнаруживаю в своем заказе. А хотела. Вот у меня 2 сияшечки, вот это вот темное то же самое, покажу как-нибудь с ними макияж. Завершая обзор декоративной косметики, завершая новиночкой. Вот такая тушь у нас будет. Ухаживающая, ультраудлиняющая тушь. Она будет со скидкой в следующем каталоге. Мой вердикт. Мой первый вердикт этой туши нанесла в 2 слоя. Ну, во-первых, она ухаживающая. Это бонус. Когда я наращиваю реснички, мой мастер меня не особо любит, потому что... Они у меня ухоженные, у меня их много, с подшерстком, и они классные, они не ломаются. Вот, поэтому у меня и на 7-8 недель идет коррекция. Во-вторых, плюс туши. Расчесывает вот ресничка к ресничке, прокрашивает классно. Минус, вы не сделаете этой тушью какой-то мега-супер объем, потому что она удлиняющая по априори, по названию, да? Но если вы постараетесь сделать несколько слоев, что-то такое объемное будет. Если вы возьмете там Tremendous, бах-бах, у вас объем, вы супер красавица, но зато вам неудобно будет с кисточкой. Поэтому здесь плюс-минус. Нижние реснички она прокрасила хорошо. В принципе, ставлю ей 4 с плюсом. Почему не 5? Потому что мне нужен объем, это мне надо. А если вы не краситесь, как я, каждый день и на подиум, то вам такая тушь подойдет для ежедневного ухода. Красим губы, и прямо сейчас с распаковочки новый оттенок. Он называется карамельный. В прошлый раз я проигнорировала его, потому что мне показался он с коричневым, с рыжим подтоном, поэтому я заказала розовый. А ничего. Ну, не совсем то, что я хотела. Этот с теплым подтоном что-то карандаш. А мне такой нужен холодный, нюдовый карандаш. Ну, почему промежуточно не сделали, чтобы он в холодный тон ушел, а тот слишком розовый? Хотя там был, типа, грязный нюд. Ну, сделайте. Я забыла также сказать, что в разделе декоративной косметики я себе заказала карандаш для губ. Также обзор снимала последний макияж и его показывала. На страницы каталога, и я вижу акцию. Закажи
новый напиток Wellness Aqua Glow и выбери набор пробников на Vage в подарок. Набор пробников на Vage я получила, заказав Aqua Glow, и у меня уже есть первая пустая коробочка. Наверное, я их буду специально собирать. Мое первое впечатление. Вообще, зачем он нужен, Aqua Glow? Это напиток, который работает изнутри, который максимально увлажняет вашу кожу. Особенно это важно, во-первых, осенью, когда у нас работают батареи. Это важно, когда вы стройнеете, потому что ваша кожа, ваше тело, оно становится сухим, и кожа обвисает, а ей нужна влага, ей нужна упругость. В общем, очень круто работает, мне он нравится, и вообще я кайфую от состояния своей кожи. Кто за мной давно наблюдает, в курсе, что я недавно 5 месяцев, как я стала ходить уже в фитнес-клуб, и я вижу реальные свои результаты, несмотря на то, что я считала, что мое тело в форме и мой вес в форме. За 5 месяцев я скинула 5 килограммов, и я скинула именно в области живота, вот того ненужного жира, который меня просто раздражал. И буквально недавно, у меня будет сегодня 6-я тренировка, я стала заниматься у фитнес-тренера, мне нужно уже, то есть я максимально скинула вес, сейчас хочу сделать скульптурирование, как на лице скульптурирование мы делаем, также я хочу слепить свое тело, то есть чтобы подкачать его мышцами. И первое, что она мне сказала, первое, самое главное, это исключить сахар. Вообще убрать, потому что... И она меня так зацепила, она сказала: «Ира, сахар старит твою кожу. А те, кто ест мучное и сладкое, я сразу вижу, какая у них дряблая кожа, и что они выглядят старше». Я такая: «Ты-дын-ты-дын», все, это меня смотивировало, и с этого дня я купила себе вот такой, по ее рекомендации, заменитель сахара, натуральный, там типа на стиве, я не знаю, что это, да? Вот, у меня уже половина пакетиков нет. Вот, а также я стала каждое утро есть тот продукт, который вообще ненавидела. Ненавидела просто вообще с детства. Кто догадается, напишите в комментариях. И также туда стала класть сахар. Вместо сахара заменитель. Да, кроме того, вот напиток Aqua Glow. Сейчас еще проговорю сыворотка для шеи. Кроме этого, после каждой тренировки я выпиваю обязательно. В общем, я начала с обзора каталога, но перешла на эту тему, потому что она меня просто вот... Поэтому я о ней рассказываю. Ну, а все остальное я вам еще успею рассказать. Так вот, после каждой тренировки, вот только вышла из спортзала в раздевалку, первое, что нужно, это коктейль. Она говорит, 20 граммов белка надо, здесь 18, то есть я сразу засыпаю шейкер ложечку с горочкой. Это идет у меня белок, раз. Второе, в обед я принимаю Wellness Pack 2. Кстати, после тренировки нужно еще через 40 минут обязательно поесть. А также она мне сказала вообще уйти от супчиков. Говорит, супчики с мертвечинкой, как она их называет. Да, я потом сделаю прямой эфир, вы обязательно ее послушайте. То есть она настолько на этом, на правильном питании, она мне столько всего интересного рассказала, хотя у меня такой был опыт, что я реально уже отказалась, да, я любила раньше бульончик с курицей. Она мне все описала, как это вредно, насколько это вредно, что это вот, хотя я делала на третьем бульоне. В общем, у меня переосознание появилось, да, к продуктам, и сейчас, она говорит, я уже много лет не ем вообще супчики, то есть рассказала очень много интересных рецептов по правильному питанию, и я сейчас уже, получается, сколько, наверное, вторую неделю в обед полностью заменила, ушла на супчик. Почему у меня сейчас, вот скажем, у меня сейчас же диета. Почему? Потому что я хочу убрать подкожный жир, который у меня есть, который скопился с годами, да, и на самом деле я хочу сделать себе подарок. В 40 лет хочу новое тело. Уже 5 месяцев прошло с того проекта, как я себе захотела. То есть я хочу скульптурное, я хочу красивое, молодое тело. И я хочу доказать всем самой себе, что я могу выглядеть тело лучше, чем 10 лет назад. Вот для меня вот эта цель, я неукоснительно к ней иду. Поэтому вот эти мои продукты, это вот раз, два, три, да? И сейчас я скажу про другие.
После каждой тренировки, когда я выхожу из душа, я пользуюсь на ноги вот этим кремом Optimals. И для тела, для области живота вот этот крем. Только недавно показывала на днях пустые баночки, как вытянула тюбик. Понимаете, если вы стройнеете, то кожа, за кожей нужно так хорошо сразу ухаживать, потому что иначе она будет дряблой, она будет обвисать, она будет ужасной, и это подчеркнет ваш возраст. Поэтому вот просто вот с такими глазами сразу начинайте активно ухаживать за телом. Эти крема будут со скидкой в следующем каталоге. Если ваш возраст 30 и ближе к 40, то рекомендую, конечно же, набор Novage Экологен, и я его сейчас делаю в розыгрыше в проекте Тюнинг с Oriflame. А себе я собрала новый набор. Это набор Novage Ultimate Lift, который идет после 40 лет. С какого возраста его применять? 40 лет или раньше? Если вы начинаете активно заниматься спортом, и либо вы начинаете активно стройнеть, то контур вашего лица, кожа, она начинает обвисать, и вам нужна упругость. На этот период времени вы можете взять Ultimate Lift, то есть вы должны понимать, как работать, то есть вам нужен каркас, вам нужна упругость. Поэтому сейчас я перехожу на эту серию. Возможно, я могла бы и раньше перейти, но состояние моей кожи было достаточно хорошим. Есть такое мнение косметологов, то, как твоя кожа выглядит сейчас, это результат того, как ты работала 5-10 лет назад над своей кожей. И то, как твоя кожа будет выглядеть через 5-10 лет, это то, как ты за ней ухаживаешь сейчас. Поэтому, если говорить про мой главный заказ каталога, это прежде всего я докупила себе с 50% скидкой. Я каждый каталог собираю себе серию. Вот, то есть, как участник бизнес-класса, я могу заказать один продукт, поэтому полностью собрала полностью серию. И почему я ждала, чтобы она была полностью? Потому что, если мы заказываем комплексом и начинаем использовать комплексом, то доказано, что в 7 раз эффективнее. У меня давно была сыворотка, и ее уже, этой сыворотки половина, поэтому следующий мой заказ будет еще сыворотка, она у меня уже открытая, то есть я ее использовала под те крема, тот уход, который я использовала, но сейчас полностью, начиная с сегодняшнего вечера, я перехожу на уход Ultimate Lift. Кто-то скажет, это дорого, я боюсь, а если аллергии и т.д. и т.п., поэтому я рекомендую обязательно вам заказать набор. Набор пробников, здесь полностью вся эта серия входит в наборчик, либо ту серию, которую вы хотите использовать по возрасту, может быть, возраст 45 плюс, 30 плюс или 20-25, да? Ну, а сейчас с напитком Aqua Glow вы просто получаете сразу в подарок. Вот так вот. Начала с Aqua Glow и рассказала все, что меня сейчас очень беспокоит. Это то, чем я горю, чем болею. И вот у меня всегда был принцип самосовершенствования. И мне даже вот недавно пришел такой, знаете, комментарий, который вот меня очень сильно задел. «Ирина, да хватит быть похожей на этих инстателок. Будьте сама собой. Вы мне очень нравитесь сама собой». И говорит, не надо что-то быть, как все. Девочки, мне очень нравится преображаться, мне очень нравится подбирать новые образы, постоянно совершенствоваться. И я не хочу быть как все, и я не хочу делать какой-то закос по инстателок, как их называют, да, красивых бьюти-див. Просто каждая из нас может выглядеть намного лучше. Просто нужно разобраться в технике макияжа, правильно питаться, ухаживать за своим лицом, кожей, телом, совершенствоваться. И тогда вы не будете как все, вы будете шикарной, роскошной женщиной. В прошлом каталоге я вам рассказывала про крем-скульптор для шеи и декольте, о том, как делать массажными линиями, как укреплять, да, и каждый день утром и вечером. Каждый день утром и вечером. Я даже не знаю, как снимать обзоры. В общем, каждый день утром и вечером я наносила вместе с массажным движением, и я увидела, как заметно укрепилась моя кожа. Рекомендую и
хочу заказать этот крем. Его также можно будет заказать с 50% скидкой, если вы участник бизнес-класса, делаете 150 баллов. Ну, а вот это просто преступление. Ну, вот кто снимает обзор каталога и вот эту вот масочку делает такой маленькой? Это, наверное, специально, потому что, ну, вот реально, ее вот как только вот эта новинка вышла, на следующий день она уже тут же исчезла в каталогах. Ее даже пытались заказать следующим, когда она была без скидки. Даже по бизнес-классу не было. Я не знаю, сколько месяцев ее не было. Сейчас эта масочка, бомбовская акция, маска, пленка появилась. И ее вот так вот специально, вот примерно вот так вот закинули, чтобы народ не видел, а то вот отсутствующие позиции, поэтому вот срочно нужно урвать. И я ее включила в бьюти-бокс. Листая дальше, заказала для своей дочери витамин. И вы знаете, я поняла, что мало, потому что сейчас активно занимаюсь спортом, я поняла, что еще и мне нужны такие витамины. А еще, когда мы с Юлечкой на тренировке общались, она говорит: Ирина, тебе нужен корсет. Начинать нужно ходить с корсетом, затягивать ее. Вот, она мне показала два вида корсета, которые специально тренировочные, где их можно заказать. Вот. А потом говорит: Ирин, а давай вот этим корсетом я не пользуюсь, я тебе его подарю, ну, либо за чисто символичную цену. И тут мне пришла идея. Я говорю: Юль, а до этого, когда я ее спрашивала, а сколько мне нужно белка, а вот я вот за меня вот этими продуктами, я вижу, что она заинтересовалась, да? Кроме того, как-то я пришла, мы поговорили про батончики, можно? Я ей подарила свой батончик Wellness, который всегда со мной. И она говорит, и говорю: давай сделаем так, я тебе дам, подарю продукцию Wellness, свою, да, а ты мне подаришь свой корсет. Он 7-8 тысяч стоит, но это как бы... дорогой такой корсет, специальный для чемпионов, ну, то есть, кто готовится. Юлечка чемпионка 18-19 года по фитнес-бикини. Я ей подарила набор Life Plus. Туда входит wellness-коктейль, wellness-пэк, дневник, да, шейкер. И мне очень приятно было, что... И плюс у меня был супчик, я немножко супчика ей отдала. Мне очень важно было понять, как она отреагирует на суп, потому что... Она мне заверяла, что супы она не ест уже много лет. А это же другой супчик. И мое было удивление, когда на следующий день я получила... Во-первых, она мне не только что написала, она в сторис Инстаграм скинула, что я ее подсадила на супчик, что он понравился. Мало того, в этот день она выпила две порции. На следующей тренировке она говорит: у меня, говорит, все мои... всем угощала своим супом, супа уже больше нет, всем его раздала. Вот, и... Еще, да, она говорит, я сделаю эксперимент, она полностью убрала свое спортивное питание, то питание, которое, на котором она много лет. Говорит, я свое тело, говорит, знаю от и до. Я принимала кучу много всяких биодобавок, я постоянный клиент iHerb. Там заказываю все. И говорит, даже сейчас я хотела заказать омегу, но изучив, а я ей дала полностью книгу Wellness про гелиозу, рецепт. Она говорит, но изучив вашу, я поняла, что ваша гораздо круче, чем ту, которую я покупала на iHerb. И вот когда ты слышишь отзыв от профессионала, она говорит: Ирина, но свой честный вердикт я могу сказать только тогда, когда приму курсом, потому что я очень хорошо знаю свое тело, и что-то где-то никак, понимаете, спортсмены, они едят по граммам. Реально, как, когда она, особенно, когда подготовка идет к соревнованиям, она сейчас девочку тоже на чемпионат готовит, ну, а я так, между прочим, пошла для себя позаниматься, хотя, не знаю, я кайфую от того, что происходит с моим телом, как крепнут мои мышцы. Ребята, вот кто не ходил еще в фитнес-клуб, просто сходите. И еще, у меня такая идея фикс появилась, хочу познакомить вас с моим тренером Юлей и провести с ней прямой эфир, чтобы она рассказала о правильном питании, потому что то, что рассказала она... Я реально была в шоке. Я для себя вот... Она достучалась до меня, достучалась, почему мне не надо есть сахар, класть в кофе. Она достучалась до меня, почему я реально сейчас вообще не трогаю даже ничего, никаких булочек. Несколько волшебных фраз, и понимаете, вот как жетон щелкнул. Все. Вот я хочу, чтобы ваши жетоны провалились. И если вам это интересно, напишите в комментариях, и мы запустим прямой эфир с ней. Новиночка, наверное, которую бы я хотела бы включить в бьюти-бокс, но
мне захотелось самой попробовать, это новинка. Питательная маска для рук, шведский спа-салон и вот такие интересные перчаточки. Честно говоря, у нас в каталоге были перчаточки, были носочки, но я их как-то игнорировала. А тут я понимаю, что возраст женщины выдают наши руки. И чем мы становимся старше, тем начинает проявляться пигментация. И даже сейчас, смотря разных блогеров, бьюти-блогеров, они говорят, что есть биовитализация как для лица, так и для рук. Но это пипец, как больно! И если вы здесь можете сделать подтяжечку какой-то, сделать макияж, убрать свою пигментацию, то на руках-то вы не будете мазать тональный крем. А пигментация, если она пошла, то все. И за ручками надо ухаживать, особенно в осеннее время. И я сегодня вечером, часиков в 11, я нанесла свою масочку и надела перчатки. Фишечка перчаток состоит в том, что здесь есть вот пальчики, да, и вы можете брать свой телефон, вот он, кстати, мой телефон, и пальчиками делать. Редактировать видео где-то как-то нет, но где-то даже я пыталась писать, отвечать на какие-то сообщения, можно. И, вы знаете, впервые в жизни я спала в этих перчаточках, и да нормально, нормально. И знаете, что я кайфовала? Я кайфовала от запаха невероятного. Он такой нежный, он такой романтичный, он настолько сексуальный, он настолько вот... Он вот... Это мой аромат, мне очень-очень нравится, поэтому я рекомендую вам это. Кроме этого, я заказала себе антивозрастной крем для рук, стоит 499 рублей, который защищает кожу от сухости, заметно уменьшает морщинки и пигментные пятна, укрепляет естественный барьер, защитный барьер кожи и дарит ощущение увлажненности кожи даже после неоднократного мытья рук. Но... Я знаю, как работает круто Novage. Поэтому, несмотря на то, что это достаточно небюджетный крем для рук, я себе его заказала. Я могу себе позволить, я себя очень-очень люблю. И вам, прежде всего, рекомендую полюбить себя, а потом всех остальных. И если, конечно, вам по бюджету, то на страничках вы можете выбрать крем XXL, то есть 150 мл за 159 рублей. Смотрите сами по бюджету, по состоянию ручек, потому что меня смотрят и девочки, и женщины. Ой, ну а крем очень приятно, вкусно пахнет. Буду наблюдать за своими ручками. Наверное, надо сделать фото до и после, потому что у меня уже пошла пигментация. Следующая новинка – это расслабляющий спрей для сна. Вот так он выглядит. Не открывала его еще раз. Давайте откроем. Пробрызгаем. Лаванда. Ой, как приятно. Успокаивающий аромат с эфирным маслом лаванды расслабляет тело и разум, способствует долгому и качественному сну. Утром ты чувствуешь себя отдохнувшим, бодрым, нанеси на тело или постельное белье. Я этот спрей покупала для подушки. Да-да-да, я давно слышала о таких снах, о таких спреях, и если у вас детки, маленькие детки, вокруг, рядом, побрызгайте этим спреем, доказано, что это продлевает сон, успокаивает деток, они быстрее засыпают. Вот, у нас этот спрей уже был, его перевыпустили, он очень-очень покупаемый, поэтому рекомендую. Своему заказала дезодоранты, они сейчас по 159 рублей. Как-то так бывает, что я все время затариваюсь, а потом бас, муж говорит, дай мне дезодорант. Я такая, оп-оп-оп-оп, а по коробочке его нет. Не буду показывать, у меня в бьюти-боксе шампунь-кондиционер, рекомендую. Также много для ног серии. Вообще каталог реально-реально классный. Мой любимый шампунь еще не закончился, поэтому не покупаю. Гель для интима, то же самое в бьюти-боксе. Ну да, и как-то еще забыла вам показать пену для ванн. Тоже по какой-то распродаже. Заказала зубную пасту, вот такое вот красивейшее мыло на последней страничке в каталоге, и, наверное, я его подарю мамочке, потому что она у меня безумно любит серию «Молоко и мед», у нее скоро день рождения, я ей уже готовлю большой-большой подарок косметики, и также за
новичка, которая сделала заказ на 50 баллов, мне пришел вот такой вот набор. Это, наверное, шестой набор. Я все скидываю в коробку, чтобы показать мне все-все коробки, все продукты за новичков, которые я получила. Новинка следующего каталога, которая потрясла меня буквально с первых нот. Я вам говорила, что безгранично люблю Essenza, а это новый аромат, это парфюмерная вода. Она вот так открывается, и кончик. Такая хрустальная пимпочка, которую вы наносите аромат на запястье, на внутреннюю часть локтя, замочки уха. Это аромат года. Наверное, этот аромат я ждала очень долго. Он теплый, чувственный, слегка напоминает Essenza. Это мой аромат. Я его наносила несколько раз. Мне хочется прочувствовать. Если подвести итог ароматов всего 2019 года, то мои фавориты — это Miss Giordani Intense и это лимитка. Так же, как вот эта туалетная вода. И она лимитка, тоже ограниченный выпуск. Поэтому в следующем каталоге я также обязательно ее себе закажу. Это мой аромат. И, девчонки, кто получил так же, как официальные обозреватели, уже прям обзоры летят. Все просто в шоке, насколько классный, роскошный, премиальный, дорогой аромат. Это чувственное прикосновение. Будет запуск. И в следующем каталоге по акции она будет 799 рублей. Это вообще чудо. Основные ноты — это гордения, флидоранж, запатентованная нота Essenza. Это нота, которая есть только в компании Oriflame, специально разработанная. И бурбонская ваниль. Аромат бомба. Попробуйте его, протестируйте. Я думаю, что вы также его отметите. И давайте закупаться им, потому что... Ну почему это лимитка? Я не понимаю, когда это реально офигенный продукт. Оформление флакона такого у нас еще не было. Это не пульверизатор. Вы видите, подведена трубочка. Когда вы открываете флакон, вы достаете только вот эту капсулу. Эта пипеточка при открытии флакона вытягивает этот аромат, вы его наносите. Фишка в том, что вы не наносите аромат на кожу, ваши бактерии духов не соприкасаются, не идут туда во флакон. А вот этой пипеточкой вы аккуратно вытягиваете аромат, наносите, и он остается только на вашей крышечке. Такого в Oriflame еще не было. Ну вот, как всегда, наболтала. Я думала, разбив видео на две части, 50 баллов Beauty Box и мой обзор заказа, мне нечего будет сказать, а тут опять полилась песня. Ну, а мы с вами встретимся на следующем обзоре заказа. И прошу, напишите в комментариях, удобен ли вам такой формат Beauty Box, это на 50 баллов, чтобы вам показывать новичкам и ту продукцию бюджетную или с самыми выгодными акциями, скидками. А вторую часть — это мой заказ и то, что я люблю, это хорошие, дорогие продукты, ну, которые не войдут в Beauty Box, потому что 50 баллов — это один wellness pack. Вот. И это будет новый предновогодний каталог. Я уже вот так вот листая себе уже столько много тут выбрала. А самое главное, у нас запускается новинка, это серия Норскин. И я уже выбрала 4 комплекта. Надо хотя бы выбрать, оставить 2, которые обязательно закажу в каталоге. Ладно, девочки, прощаюсь с вами. До скорых встреч. Пока-пока.